Xavi, més cap a la dreta, per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 гол, Эй, ты чё там происходит? Там воды пиздец. Вот ебать. Ебал, я умру. Чем занимаешься по жизни? Занимаюсь рэпом. Это всё просто увлечение, денег не приносит? Ну, рэп какой-то доход приносит все-таки. Да почему твои песни не слушают? Мои песни не слушают, потому что я совершенно новый, свежеиспеченный рэпер, можно сказать. Ну, у тебя есть какие-то мощные панчи, которыми ты сейчас можешь нас порадовать? Супермены? Да, вот там есть такая часть. Мы супермены. Мы всегда на помощь придем. Никогда вас не оставим. Мы можем помочь. Мы сильны, как небеса. Можем творить чудеса. Мы же злодеев прибьем и этот бит нахрен убьем. Шо ты? Я ничего не маю. A little lemon. О, охуенный трек! Он ему по-любому понравится. Блин, надо сказать ему, что это мощный трек. Хотя он и сам это поймет. Сука, он не слушает! Надо сказать ему, чтобы он послушал. Блядь, он так и услышал. Но он не слушает. О, дергает пальцем. Ему нравится. Да, блядь, он его сфоткал! А, нет, этот мудак сделал селфи. Сука, да вылези ты из своего телефона, послушай трек. О, сейчас будет дроп. Сделаю погромче. Ебать, он блюхает. Бля, дай я один трек поставлю. То есть вы убили человека, потому что он обломал лютый дроп. Да, а потом поставил Федерико Феллини. Оправдан. Нравится?